Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня у нас на кратком обзоре и на нашей распаковочке будут наушнички от BioDynamic. По-русски это немножечко тупо звучит, то есть это наушники от Bayer-ов или BioDynamic, зарекомендовавшие себя уже у многих аудиофилов или студиофилов. Это, собственно, DT770 Pro. 32-омные, в моем случае. Есть также 80-омные и, если я не ошибаюсь, 160-омные. И отличаются они друг от друга тем, что это у нас 32-омные с коротким проводом и с черными амбушюрами. 80-омные у нас поставляются с велюровыми амбушюрами, а 160 с велюровыми и святым проводом. И мы не будем с вами долго затягивать, приступим к нашей распаковке. Погнали! Так, вот она наша коробочка от наших Bayer-ов DT770 Pro. Студийная легенда, как написано на нашей коробочке. И возьмем наш перочинный ножичек и вскроем скотч. Вот таким макаром. Больше нам, в принципе, не нужно ничего. Так, ваш BioDynamic, как написано на язычке. Вот, как видишь. Так, внимание к мелочам, скажем так. Так, открываем. Вот так это все запаковано. Впервые вижу, что просто положили тупо наушники в коробку, как они и есть. Но, наверное, это доказывает то, что они действительно неубиваемые. Да, кстати, круто выглядят, черные. 32-омная версия, вот так это все можете, в принципе, наверное, поменять. Оголовье, как я понимаю, раз оно на кнопках. И да, то есть вот таким вот образом это все выглядит. Так, вот так это все шевелится. Так, у нас тут провод. Да, с навинчивающимся джеком. Провод у нас короткий, поскольку версия у нас мобильная. Поскольку 32-омная версия может подойти и к вашему девайсу. Так, в коробке больше ничего нет. Тут у нас, собственно, реклама новых, я так предполагаю, продуктов. Да, на этом заострять, конечно, внимание не будем, но реклама качественная, скажем так. Тут у нас, я предполагаю, документы, назовем их так, и сумочка. Сумочка бичевская, скорее всего, самая простая. Да, BioDynamic. Но сумка как у суперлюкса, то есть ее бы я использовать не стал бы. Купил бы какую-нибудь новую для таких-то наушников. Хотя зачастую такие наушники используются в домашних условиях. Вот наш переходничок. Вот, пробуем накрутить его. Походу он просто вставляется. Да, можно при желании чуть-чуть его навинтить. Это если вы будете использовать эти наушники с аудиокартой, допустим. Bayer-а DT770 или BioDynamic DT770 Pro. На минуточку. Динамические наушники закрытого типа для мониторинга музыки и звука. То есть это, скажем так, полноценные зарекомендовавшие себя мониторные наушники. Даже заговариваться стал. Наушники производят немцы, то есть производитель Германия. То есть наушники у нас ориентированы на уши европейских размеров. То есть не маленькие, а большие, то есть это у нас не made in China. Я на это надеюсь, конечно, здесь нигде не написано, но да. Я взял 32-омную версию, поскольку Focusrite Scarlett Solo выход на наушники не сильно мощный. То есть немножечко глуховато при мониторинге, но в этих наушничках все очень прикольно. Я бы, конечно, хотел приобрести себе, скажем так, версию с велюровыми амбушюрами, но, как видишь, Черные выглядят даже стильно, я бы так сказал. Эти наушники уже давно себя зарекомендовали у всяких там битмейкеров, короче, всех людей, которые работают на студии, или у каких-нибудь блогеров, которые связаны с как-то так или иначе со звуком, поскольку они, ну, мало того, что они неубиваемые, так и по звуку они очень хороши. Да, частота дискретизации у них очень большая, поэтому как бы при мониторинге гитары или при мониторинге, допустим, микрофона или сведения, для чего они, в принципе, я думаю, предназначены для студийной работы, у них частота дискретизации
их частота дискретизации от 5 до 35 кГц, то есть от 5 Гц до 35 кГц. Вес этих наушников составляет 317 грамм. Провод у нас неотсоединяемый, ну и ладно. Единственное, что в комплекте у нас ничего кроме наушников не идет. Ну и там всякие брошюрки и рекламы, как ты видел на распаковке. И идет такая сумочка совсем дешевая, прям как у суперлюкса какого-то китайского. Как бы имей в виду, когда будешь приобретать эти наушники. За их сумму, в принципе, у них есть разумный конкурент. Это AKG K371. Такая же частота дискретизации, такая же чистость звучания и большая комплектация. То есть там три кабеля и сумочка добротная. Здесь у нас сами наушники с неотсоединяемым кабелем. Но единственный плюс этих наушников, они себя уже давно как бы показали, что они неубиваемые. А K371 от AKG, они там кожа и там железо такое мягкое, то есть его можно, скорее всего, то есть они новые, то есть новая модель, и они себя еще не показали, поэтому неизвестно, сколько АКГшки протянут. Но, в принципе, если ты относишься к вещам аккуратно, то можешь и присмотреться к АКГшкам. Но и эти наушники звучат тоже потрясающе. Единственный прикол, что АКГшки тоже 32-омные и только 32-омные. Эти же вариация ДТ-шек, они студийные, поэтому есть вот эта вот 32-омная версия, позиционирующаяся как простые мультимедийные, так, поэтому тут и провод короткий, да, рассчитано, скорее всего, на то, что ты будешь использовать их с каким-нибудь переносным устройством. Большеумные рассчитаны, скорее всего, для того, что ты будешь работать на студии, поэтому витой провод у них и как бы велюровые амбушюры, для того, чтобы ты мог как бы сидеть в них подольше, поскольку с велюровыми амбушюрами, в принципе, в наушниках сидеть можно немножечко подольше. Ушки не потеют. В принципе, если тебе удастся урвать такие наушники на скидку, то это просто must have. То есть, только могу рекомендовать. И это значит, что у меня на сегодня все. Все, что я хотел сказать про эти замечательные наушнички, я сказал. Если я что-то не упомянул, как всегда по традиции, напиши об этом в комментарии. Ну а с тобой был дядя Бен. Желаю тебе всего хорошего и до свидания.